Алло. Алло, доброе утро. Я прошу прощения за да, беспокойство. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне, а я в приют попал кошек? Что? Приют кошек это? Наш комбинат. Кошку взять хотите? А наш комбинат? Ничего-то не пойму. Я посмотрю, приют кошек написано у вас на телефона. Нет, ну вы кошку взять хотите? Да, да, да. Давайте. Вы ее сами разделаете или в шерсти будет? Просто если в шерсти, то по 70 рублей за килограмм. Если разделанная, то по 150. А кошка? Ну, вы кошку сдаете или что? Да. Сколько будет стоить? Ну. Сколько вес кошки? Вы ее сами разделаете? Чистый вес будет или со шкурой? То есть вы там убиваете, если не пойму их? Разделываете? Не, чтобы живого отдать. Мясокомбинат. Вы меня слышите? Нет? Мясокомбинат. Колбасу мы изготавливаем. Понял, извините. До свидания.